Всем привет! Сегодня на распаковочке у нас планшет фирмы Lenovo. Lenovo Tab 2 A1070L, то есть LTE. 4G, значит. У него 4-ядерный процессор MTK8732, 1,7 ГГц, 64-битный. Вот дисплей 10.1, Full HD, 1920 на 1200. Вот 2 гига оперативки, 16 встроенный. Вот весит 827 грамм. Это, наверное, с упаковкой, я так понимаю. Вот такой вот планшетик белого цвета. Не знаю, с чем связано. В магазинах навалом синего цвета, как вот на коробке. Белых только под заказ. Вот сейчас пришел курьер и принес мне этот планшет. Вот. Ну давайте вскроем. Он вскрывался, потому что курьеры должны проверить состояние, целый и не целый. Ну и заполнить гарантийные талоны. То есть поэтому будет он, пломба вскрыта у него. То есть вот так, такая упаковка. Вот так вот он упакован. Так. Так. Вот такой вот красавец. Сзади у него Dolby, 3 динамика, я так понимаю, камера 8-мегапиксельная, а передний, по-моему, 2, что ли. Вот, здесь имеется у нас разъем под карту памяти, вот, и микросим, я так понял. Так. Lenovo. Вот такой вот здесь матовый пластик. Напоминает такой шершавенький. Ну, очень приятный на ощупь. Здесь вот у нас рамочки. Для того, чтобы удобнее было держать и там юзать. Здесь у нас кнопка включения. Качелька громкости. Micro-USB зарядочка. Как я сказал, лоток под зарядку. Ой, под зарядку, под сим-карту и под флешку. Микрофон. Мини-джек 3,5. Это пустая. Так, ну давайте запустим его. Так, он завелся. А мы пока в стороночку его отложим. Посмотрим. Так. Он стоит у нас 18 тысяч без 10 рублей. Но это по старой цене, потому что сейчас подорожание идет, курс скачет. И в одном магазине уже, и на фирменном сайте выставлена цена, рекомендованная 22 тысячи рублей. Вот. Есть две модели L и F. F это Wi-Fi, L это 4G. Тут макулатура. Вот ее заполнили. Что тут у нас? Инструкция, гарантийка. Ну, как бы бумажки. Так. Имеется у нас блок питания. Lenovo. На 2 ампера. То есть, по идее, должен быстро заряжать. Так. И кабель. USB, микро, USB, жесткий, вообще невозможно. Так. Пустая коробочка, мы ее в сторонку уберем. Так, вот наш телефон, планшет. В предыдущем видео
была распаковка вот такого планшета, выигранного на аукционе. И попозже в него будем вставлять. Так, а теперь давайте с планшет посмотрим. Так, вот он не заводился. Русский язык. Москва. Вот здесь не увидел маленькую галочку. Отсвечивает, не видно. Лицензионное соглашение. Принять. Настроить. Далее. Добро пожаловать. Так, вот первый раз он загружается. Так. Вот такой вот планшет. Здесь уже какие-то встроенные приложения от Lenovo Play Market. Ну, я думаю, здесь Play Market по-любому должен, он же в России куплен, поэтому... Так. Сейчас настройки посмотрим. Так, здесь... Где у нас настройка? Вот настройка. Об устройстве. То есть у нас еще не обновленный. Он может перейти на этот 5.0. Но пока мы не будем на него переходить, потому что там говорят, что есть небольшие проблемы. Вот. Так. С прошивкой там немножко проблемы, пропадает звук Dolby. Вот, поэтому пока пробовать не будем. Вот мы сейчас возьмем что-нибудь сфоткаем. Ну, настройки, я думаю, здесь не очень будут. Параметры изображения. Здесь, наверное, максимальная стоит по умолчанию. Так, вот. Стабилизация. Включить. Обнаружение лиц. Так. Размер фото 8 мегапикселей. Вот. Предпросмотр 4 на 3 во весь экран. Так, и видео. Так, качество видео. Full HD. Так, автофокус есть. Так, это видео. Прошу строго не судить, так как это первый планшет. Вот. Вот такое качество. Ну, я думаю, 8 здесь есть. А у планшетов, не знаю, только, наверное, каких-нибудь Sony есть большие разрешения. У Lenovo, думаю, вряд ли есть. Так что вот такой вот планшетик. Как я с ним разберусь? Еще должно прийти стекло на экран, потому что вот отпечатки пальцев сильно оставляет он. Вот, хочу наклеить стекло защитное и посмотреть, как с ним будет. Так, единственное, что можно еще проверить, это звук, который вроде бы хваленый. Так. Профиль звука. Настройка. Громкость на всю.
Ну, как бы так, мелодии. Где у нас тут мелодии? Наверное, вот эти вот и есть, что ли, мелодии? Какие-то бестолковые. Больше мелодий. Так, ну, наверное, тут нету. Да, музыки здесь нет. Так что не знаю. Здесь у нас где мелодия, пока не знаю. Вот. Разберемся. Может, сделаю обзор для него. Так что, кому понравился планшет, распаковочка, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!